Весело и со вкусом завершился в окружной столице культурно-гастрономический фестиваль «ВкусНау». Заключительный этап мероприятия прошел на территории Центра арктического туризма. Организаторы подготовили для участников квеста насыщенную игровую программу, мастер-классы и угощения. О том, как это было, расскажем в материале выпуска. Идея родилась сообща еще вот где-то полгода назад, когда мы проводили совместное мероприятие с ресторанами нашими, называлось «Битва мангалов». И тогда было понято, что вот эта идея вечная, хлеба и зрелищ, она очень благодатна и в нашем регионе. И решили, что со временем мы проведем что-то кулинарно-гастрономическое с уклоном в культуру. Вот так родился, значит, наш фестиваль. Идея организаторов пришлась по душе жителям региона. 11 команд заявили о своем желании пройти культурно-гастрономический квест. Рестораны постарались оправдать ожидания каждого участника. У нас задание было не очень сложное для участников, для того, чтобы люди большую аудиторию охватить. Поэтому надо было всего лишь сфотографироваться с табличкой «Я люблю Тиман», выложить в соцсети с хэштегами «ВкусНау», «Я люблю Тиман». Ну и сделать небольшой заказик, конечно, предпочтительно было. Если у кого-то не было возможности, конечно же, это не было прямо обязательным условием. У нас была задача попробовать блюда и загадать, что за блюдо, что за соуса. Все команды загадали, как обычно, что за блюдо, что за соус, и получили свой част локацию. Сегодня мы будем продавать белую рыбу омуль, стейк из омуля, строганины из красного белого рыба и обычные блинчики. Журналистам из команды «Красный вкусовик» особенно пришлось по душе творческое задание. Любим веселиться, очень любим общение, креатив, ну, что-то такое интересное. И все это действительно мы нашли, и общение, и креатив, и хороших, приятных людей в городском кафе «Артишок». Очень было вкусно, мы расписывали пряники. Возрастных ограничений для участников квеста не было. Главное – сплоченность команды и отличное настроение. Мама решила, что мы должны пройти вкусный квест. Что вам понравилось и что запомнилось? Нам запомнилось, как мы пробовали всякие блюда. Нам удочку, пожалуйста, сделайте потише. 4 из 5. В квесте участвовали целыми семьями и рабочими коллективами. Сотрудники окружного департамента экономики и финансов не остались в стороне. Очень интересно было гастрономическое. У каждого ресторана кухня. Все организаторы очень ярко нас приветствовали. Понравилось очень конкурс у «Артишок», то, что мы разрисовывали там печеньки. Вот. И очень рад, что здесь сегодня массовое такое мероприятие. Катание на снегоходах, катание на оленях. То есть мероприятие просто супер. Обязательно. Причем мы приведем намного больше людей, чем в этот первый раз. Закрытие фестиваля прошло весело и со вкусом. В перерывах между активными играми и развлечениями участники могли погреться в чуме, отведать строганину, горячий шашлык или оленбургер собственного приготовления. С пустыми руками домой не ушел никто. Все команды получили памятные подарки. Организаторы и участники квеста уверены, подобные мероприятия могут стать фишкой нашего региона, наряду с соревнованиями «Буран-Дэй» и привлекать в регион туристов. Ирина Нежалова, Людмила Сидейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».